Приветствую всех, кто смотрит. Продолжаем Satisfactory. Итак, продолжим строительство нашего гигантского конвейера. Вот это все необходимо будет забросить наверх. Так, блоки, фреймы. И что-то там еще не хватило нам. Материалы. И хватило материала. Работает медленно. Почему? А, сталь. Сталь надо усиливать, вот почему. Не хватает стали. Пыль стоит, руда стоит. Эти справляются. Эти не справляются. Ускоряем. Уже лучше. Так, трубы стоят. А вот этих недостаточно. Может еще линию сюда? Так. И вылезет. Так, литейная. Упер в лесенку. Ладно, как-нибудь. Так, уголь нам, пожалуйста. До руды достанет. Пошла руда или как? И не пошла. Чуть-чуть двинуть. Давай не тормози.
Опять не туда. Тем более не туда. Ну, энергии нету. Чё я творю? Так, тут 9. Этого столба. Так, руда пошла, уголь. Дайте угля. Да, тут с углем будет непросто, хотя почему же? Да, тут он не ставится. Придется делать по-другому. Хоть как-нибудь. Материала нет. Другое дело, пошустрее пошло. Сейчас пойдет еще шустрее. Шуршал. Конструктор. Ты выдаешь балки и ускоряем сразу же. Балки с ускорением. Так, руда не нужна. Делитель. Вернее, сумматор.
запитать все это дело. Так, пошуршал. Вот теперь должно хватить. Так, что тут у нас осталось? Пало на всего. Так, это мы в рюкзак не положим. Моторы. Да, много хлама еще. Ну ладно. Ускорили. Так, оттуда я хотел. Вот это все. Статоры, роторы. Еще кто-то должен производить моторы. Так. Здесь нам, пожалуйста, ассемблер. Неважно как. Ты у нас будешь гнать моторы. Да, столб надо менять. Накинули линию.
Так, это делитель. Моторчики пошли. И их туда же. Не знаю, надо ли. Идут ли они на что-то, но пусть будет. Так, тут у нас производство динамита было. Перенесем мы его так. Дайте балок. Дайте, сколько унесу? Мало унесу. Цемент кончился. Издеваетесь? Цемент у нас тут стоит. Так, я сколько взял? А, сотню. Так, порядочек. Так, со вторым этажом практически завершили. Больше тут вроде бы ничего не надо. Теперь все это закинуть наверх. В основную ленту. Не та кнопка. Так, все это в основную ленту. И можно приступать к постройке третьего этажа.
Так, первый этаж. Шуршит. Шуршит. Как миленький. Второй этаж практически закончен. Затащить наверх все это надо. То, что осталось. Так, дайте балок. Опять их нифига нету. Все равно не хватает. Так, теперь балки надо ускорить, что ли? Стали все равно мало. Кто тут у нас пожирает сталь? Что такое? Что это было? Вот это вот, что за фигня? Что это было? Где-то глючила лента. Все равно маловато балок, конечно. Все равно железа мало, ладно. Что-нибудь придумаем. Так, задрать наверх все это дело надо.
на максимальную высоту. И снова нет балок. Так, стойка. Где залезть? Так, это уже пойдет следующий этаж. Балки, фреймы. Высоту, потому что пойду дальше уже микросхемы. Шесть. Компьютеры пойдут. Так, и всякие там дополнительные прибамбасы еще. Так. Раз, два. Ой, блин. Пугало. Так, раз, два, три, четыре. Еще на пять высоту надо до суперкомпьютеров. Все будет на одной ленте. Так. Дайте ленту. Тут главное не грохнуться. Так, все, палок нет. Они теперь все здесь, сюда приехали. Остается сидеть тут и хватать то, что подъезжает снизу. А потом еще продукты алюминия, продукты кварца. О, эта штука еще на целый этаж встанет. Лестницу до небес. Второй этаж, третий этаж, четвертый этаж, еще пятый будет. Да, ужасно медленно копится. Стали почему-то все-таки не хватает. Так, пошли на первый этаж. Не успевает, руда не доходит. Почему? Корять, что ли, надо его? Опять тут глюк с лентой. Этого раньше не было. Неужели придется все ленты проверять? Издеваются. Так, ускорить.
выработку. Руды уже недостаточно. Пошел. Тут. Пластины. Отсюда можно еще руду добавить. Тут оно простаивает. Так, сюда нужен соединитель. Только соединится ли он? Такая падла. А, это уже соединитель. Вот делитель. Сюда надо делитель. Не тот выход. Так, поддали руды. Ленты теперь придется проверять. Это не есть гуд. Так. Не успевает слитки клепать. Тоже ускорять. Ё-моё. Уже ускорялки кончились. Бежать за ним придется. Лес. У меня ускорители кончаются. Это что за фигня? Откуда сверху воткнул? Так, ускорителей больше нет. Ну, что ж делать? Так, вот это вот все надо будет перекрыть. Дайте цементу. Кто-то у вас пожирает цемент. Как раз те же самые аппараты. И только виснуть не надо. Так, тут надо сделать перекрытие.
За ними теперь лезть. Да, придется в поход за слизняками отправляться. Но это уже позже. Так, не хватит на следующую. Это высота. Еще так низко. Так, здесь можно повыше. Давай не подвисай. Так. Это все тоже можем повыше. Так, еще лезет в инвентарь. Так, это я закинул. Но уже пошустрее пошло. Топливо кончается. Тут лишнего немного убрать нельзя. Ну да ладно. Так, балки, фреймы. Там следующее. Берем нафиг. Почему нельзя? Можно.
Да, приходится теперь изощряться так. Пятьдесят два. Таторы, моторы. Так, а микросхемы пойдут уже на следующем этаже. Еще два подъемника. Это все будет разбираться. Микросхемы гнать мы начнем отсюда. С этого угла. Микросхемы у нас делаются. Красные коннекторы. Так, в ассемблере вроде. Что тебе надо, друг? Так. Микросхемы, ограничители и... Это будет тут же. Так, проволока. И пластик. На проволоку тут у нас выход тоже есть. Пластик. Где пластик? Пластик выше идет. Так. На проволоку придется поставить здесь. Разветвитель, так. Да, слишком много у нас аппаратов кушают проволоку. Так, а тебе что надо? О, немного другое. А, уже микросхемы нужны. Да. Делитель на проволоку, интересно, это встанет. Разве что так. А пластик встанет уже сюда, но... Ладно, как-нибудь.
И здесь уже из кусочков. Подгонять не придется, так. Ты у нас будешь клепать микросхемы. И их надо будет возвращать в линию. Столбы. Последние модели. Так, система возврата. Туда будет выводиться и туда закидываться. Микросхем нужно будет двойное. Производство, так. То есть четверенные. Так, столбы фонарные. Соединитель. Выходом туда. Прикидываю, где поставить столб. Не особо он мешался. Там потом соединим. Так, пока прикидка. Так, снизу энергию можно взять? Дайте энергию, а вон идет линия. Отсюда уже вытянем как надо.
ты у нас производишь микросхемы. Ты тоже. Надо будет много, так что еще две таких станут с другой стороны. И уходить оно будет обратно в общую цепь. Как там у нас балки поживают? Склады будем ставить уже потом, чтобы вот так за ними прыгать не приходилось. Что этих балок нужно будет еще немерено. Пока бегали, неплохо наклепал. Так. Следующий. Подъемничек. Ой. Упаду я тут. Так, за что-то цепляется. Хотя не должен. Так. Выше. А на лесенке не набирается заряд. Так, это я себя сейчас замурую. Еще одну. Осталось моторы вытащить. Давай не лагай. Так, 64 хватит, не хватит.
Ой-ой-ой, не падать. Чуть не свалился. Так, не хватит. Не хватит. Высоты не хватит. Плохо затормозил. И не допрыгнул. Но не особо-то и хотелось. Нам ее он туда присобачить. Получилось. Так, тут хорошо пошло. А тут маловато. Ой. Не тот блок. Дистанции будет маловато. Так, тут гора цемента еще понадобится. Так, хотя бы здесь сделать. Чтобы можно было продолжать стойки. Так, кварц есть, фигня есть, резина, топливо, пластик, все здесь. Так, выше порох, балки, фреймы и так далее. Выше пойдут микросхемы, интеллект и вторые схемы. Уже вот на этой машине. Красные коннекторы, которые дальше пойдут. Маячки. Так. Осцилляторы, компьютеры, тяжелые блоки. Вот это все еще выше пихать. Ой-ой-ой, стоять. Так, тут. Разветвитель. Наметь. И на пластик. Наметь немного не туда, ну да, пофиг. Здесь уже они с удлинителями идут. Что надо? Балок надо. Как-то что надо? Балок надо, что надо?
Не зря я протащил его сюда. Потому что бегать приходится уже в основном здесь. Чем выше технологичнее ресурс, тем выше за ним лезть. Ну и разумеется, тем выше находятся танки, которые потребляют этот ресурс. Ой-ой-ой. Сейчас грохнусь. Не хочет летать нормально, упирается. Так, ты у нас делаешь микросхемы, тебя запитать надо. А, уже запитан. От этого столба туда надо кинуть. Что у нас по энергии? Так, пойдет. 1600 мегаватт. Так, работает. Так, микросхемы пошуршали. С той стороны еще две штуки такие встанут. Так, это приходящий. Это пойдет с той стороны сюда. А вот отсюда она уже будет выезжать туда на ленту. И не подниму же его сюда. Хотя там можно будет переделать. Микросхемы пойдут как раз здесь. По нижней ленте. Так, там еще надо предусмотреть пол, чтобы не упирался все. М-да. Опять поднимаю вертикальным подъемником. Ну ладно, на этом пока закончим. Всего хорошего, всем пока.